Сегодня вновь предстал перед судом временно отстраненный председатель Мурманской областной думы Василий Шамбер. Заседание проходит в Октябрьском районном суде в закрытом режиме. В интересах следствия представители прессы в зал не пускают. Накануне Василия Шамбера задержали в московском аэропорту Шереметьево во время прохождения паспортного контроля. Парламентарий собирался улететь в Швецию. Его под конвоем доставили в Мурманск. Теперь Следственный комитет России настаивает на изменении ему меры пресечения на содержание под стражей. Пока Шамбер находится под подпиской о невыезде. Фигурант сразу трех уголовных дел подозревается в присвоении не менее 26 миллионов рублей и хищении более 42 миллионов.